Папа, впереди! Даня, присоединись! Они уже совсем близко! Ну что ж, погнали! Кажется, оторвались. Ага. Ну, как вы? Думала, вам помощь нужна. Бежала, вот вооружилась, в лес к вам. Я знаю безопасное место. Доедем, я все расскажу. Это что вообще за место? А главный вопрос, зачем вы опять поехали к Сиреноголовому? Я хотел доказать друзьям, что он существует. И что, доказал? Ну, почти. Давайте все обсудим в укрытии. Давай, Данил, давай. Эх, я потерял телефон, но зато... Так, это что такое? Ты мне напугал. Это из логова Сиреноголового. Правда крутой? Да. Но чей он? Вот только не говорите, что это Сиреноголового. Ну да, трофей схватил из его логова, когда мы бежали. Сейчас его вскроем. Ну все, нам теперь точно крышка. Почему это? Да вы хоть понимаете, чего вы натворили? Да он теперь нас точно найдет! Нам теперь не спрятаться и не спастись! Что, так плохо? Это ж всего лишь ящик! И доказательство! Это катастрофа! Нам срочно нужно вернуть этот ящик, пока он нас не нашел! Ну вот и все, не успели, он здесь! Вообще-то они, я вижу двоих, как минимум двоих! Данила, спрячь ящик, а мы пока подумаем, как защитить дом! Они что, пришли за ним? Думаю, и за нами тоже, но мы так просто не сдадимся! Вот, держи! Now,
вроде бы неплохо. Думаю, их будет не двое, а намного больше. А у нас вообще есть шанс их победить? Не знаю, если получится, то будем первые, кто выжил в этой схватке. Какие у них слабые стороны? Думаю, тут ящик безопасности. Не может быть! Я же тебя спрятал. Как ты выпал? Ты же не живой? Вроде. Что случилось? Кто живой? Ящик! Я его прячу, а он меня преследует! Даня, ты фантазер, но сиреноголового я-то сразу поверил. Но с ящиком это перебор! Я серьезно, он живой, он еще звуки разные издает! И что теперь делать? Придерживаться плана, а ящик нужно вернуть любой ценой и ни в коем случае не открывать, слышите? Не открывать! Я же говорю, что он живой! Главное не разбудить сиреноголового с фонарем. Открывать ящик. Интересно, что в нем? Он сам, честно, я не открывал. По-моему, они в ярости. Прошу тебя, отойди подальше от ящика. Да я тут при чем? Он сам открылся. Пойду на разведку, но если через 15 минут я не вернусь, вы знаете, что делать. Па, мы разве знаем, что делать? Да, мы все спланировали. И даже на тот случай, если спасешься только ты. Ты преувеличиваешь. С нами все будет хорошо, правда? Надеюсь, но... Надеюсь, ей повезет. Одним куском гляну. Не узнаю. Это что? Я так просто не сдамся. Только не он. Кажется, пришло время плана Б. Так что же это такое? Отлично, конечно! Забирайте! Зачем же оно мне? Проводки-то.
какие-то. Зачем ему эта штука? Где он ее взял? Может послушать? Тут мы в безопасности. Больше не будем выходить. Что, никогда? Но рано или поздно все равно нужно выйти. Лучше поздно. Пойду возьму другое оружие. Ага. И... Даня, он... Он... Что? Что с ним? Даня, что с тобой? Не успели. Даня, Даня, ты меня слышишь? Нет, он не слышит. Боюсь, теперь сиреноголовый мы должны отдать и ящик, и игрушку, и... Даню? Не отдам! Если верить легенде, то Даня стал частью этой игрушки. Он здесь. Кто еще? Сиреноголовый с фонарем, или как его еще называют, лампоголовый. Ну, и чем он отличается? Я надеюсь, мы этого не узнаем. Может, он пришел забрать своих друзей? Да, и кое-что еще. Даня! Даня! Даня, с тобой все в порядке? Выбрось это! Мы должны ее вернуть. А я что говорю? Давайте выкинем эту гадость, кинем в них, может, они уйдут? Нет, все не так, вы ничего не знаете, это его игрушка. Даня, чья игрушка? Чего не знаем? Это игрушка сиреноголовая. Это подарок от его родителей. Сейчас я все расскажу. Эта игрушка мне все показала. Они нас не выпустят. Что делать? Отдам игрушку, и они уйдут. Даня, рассказывай. Походу, они пытаются пробраться в дом. Родители подарили ему игрушку, а на следующий день они погибли. Как погибли? Разве у сиреноголовых бывают родители? Сиреноголовые бывают маленькими. И вот когда он был маленький, его родители погибли из-за людей. Так ты хочешь сказать, что они раньше были добрые и милые? Ты серьезно? Это невозможно! Да, когда-то они были мирные, но с тех пор, как люди напали на них, все изменилось. Теперь они мстят. А игрушка – это память о детстве и родителях. Кажется, я знаю, как мы поступим. А что, отличная идея. Давайте попробуем. Кажется, сработало! Они уходят! Получилось! Но правда странно, что они на нас не напали. И не утащили с собой в лес. Может, они когда-нибудь нас простят? Сомневаюсь. Просто в этот раз им нужно было забрать свою вещь. Тем более они теперь знают, где мы живем. Я об этом не подумал. Данила, что случилось? Кто только что был? Кто? Сиреноголовый! Где? Где ты его видел? Рядом со мной! Но здесь никого нет.
Наверное, показалось. А я уже испугался, что они пришли за нами. Фу, будем надеяться, что они не вернутся. Вы это слышали? А что мы должны были слышать? Даня, что с тобой? Ну, сирену! Звуки сирены! Только не говори, что сирена голова! Сколько можно? Даня, может, хватит уже? Согласна. Я думаю, что тебе просто все показалось. Наверное, они правы. Мне показалось. Нужно просто успокоиться. Сейчас что-то сыграю. Мираж. Просто мираж. Ты с кем разговариваешь? Да так, сам собой. Ну, это лучше, чем с... Ладно, проехали. Во что там играешь? Да вот, пап, смотри. Интересно. Что, что случилось, Данил? Звук, это звук, как в игрушке сиреноголового. Нужно что-то с этим делать. Нужен план, а лучше несколько. Просто кажется, просто кажется. Опять сиреноголовый. Ага. Нужно срочно с этим что-то делать. Я думаю, что это все последствия той игрушки. Я тоже так подумал. Вы что, даже не посмотрите, есть он там или нет? Хорошо. Но там точно никого нету. Только чтобы тебя успокоить. Так я и думал, нет здесь никакого сиреноголового. А что же нам делать с Даней? Идем. Куда? Куда он увел Даню? Бежим! Бежим спасать! Куда? Голыми руками и пешком? Все равно! Бежи! Лес, меня там ждут. Все в порядке? Нет, не в порядке. Даня, как зомби. Сейчас вооружимся и поедем спасать. Давай. Достал метку и идем дальше. И как мы его тут найдем?
думаю, нам сюда. Это что? Ну, во-первых, это многое объясняет. А во-вторых, это значит, что Даня был здесь, и он жив. Что объясняет? Мне ничего не понятно. И как мы найдем Данилу? Осталось двое. Да, я все понял. Сделаю. Главное не перепутать. Там Даня! Это значит, что где-то рядом сиреноголовые. Бежим! А, ну как всегда! Все, кажется, нету сиреноголового. Нужно забирать Даню. Правый, левый, левый, правый. Главное не перепутать. Слушай, а что это он бубнит? Не знаю, опять с собой разговаривает. Неважно! Даня, я тебя нашел. С тобой все в порядке? Левый, правый. Правый лев. Кажется, он все еще под гипнозом сиреноголового. Но он же станет прежним. Понятия не имею, но знаю точно, что нам нужно отсюда выбираться. Левый, правый. Осталось еще двое. Эти провода. Может, их просто забрать? Думаю, это плохая идея. Лучше проследим. Наверное. Заметили, что Даня пропал. Ага, нужно готовить оборону. Они ни о чем не догадались. Все под контролем. Он меня пугает. Да ты чего? Это же наш Даня. Нет, это уже не наш Даня. Ты что, не видишь? Сиреноголовый управляет им. Я просто уверена. Нет, это просто шок. Я уверен, у него это все пройдет. Лучше бы ты оказался прав. Согласно системе акустической локации, этот провод должен быть здесь. Практически готов. Неужели они снова здесь? Похоже, их снова несколько. Думаю, в этот раз будет бой. Нужно спрятать Даню. Даня, что ты делаешь? Ну вот, миссия выполнена. Но если это вся миссия, то нам нечего бояться.
Хочется верить, но куда он опять пошел? И что делать с сиреноголовыми? Вы уже здесь? Мне кажется, или сирена уже в доме, а не во дворе? Очень на то похоже. Но это же невозможно. Невозможно? Не знаю, я уже ни в чем не уверена. Где Даня? Ты вернулся! Да, но только что теперь нам делать? Ага, сиреноголовые нам точно этого не простят! Ребята, а может вы подскажете, как нам спастись? Пишите в комментариях! И спасибо вам за лайки и подписку!